Доброго времени суток зрителям и гостям нашего канала. С вами Росси, вы на канале Роли Гейм Онлайн. Это рубрика Геймплей Летс Плей. И сегодня мы с вами рассмотрим игру под названием Фолия, дорогой отец. Ребятки, это новый хоррор. Значит, здесь можно играть в режиме VR. Виртуальной реальности, кто не знает, конечно. А мы будем играть просто в обычный режим. Значит, новая игра. Сейчас будем открывать кирпичный завод вместе с вами. Так, примерьте на себе роль Маркуса Питта, парня, который любой ценой хочет разгадать тайну, касающуюся судьбы его родителей. Используйте все свои способности, чтобы выжить и раскрыть жуткие секреты, скрывающиеся в стенах университета Фредерико Фиделитти, место работы ваших родителей. Присутствие неизведанного погрузит вас в самый страшный из кошмаров. Развлекайтесь и удачи. Давайте выберем нормальный режим, как бы мы нормальные пацаны, нормальный режим и выберем. Игра вышла совершенно недавно. О, блядь, вот честно, что-то я не подготовился, не глянул даже, когда она вышла. Ну, в общем, недавно, вообще там в течение месяца, который прошел, точнее, начало месяца, там, прошлого месяца, ну, примерно где-то так. В общем, посмотрим. Я вообще не любитель хорроров, потому что я всегда откладываю небольшие кирпичики, когда играю в хоррор, но я думаю, мы должны посмотреть эту игру, потому что не так часто хоррор выходит. Но, насколько я знаю, здесь опять вот эта, блядская система, типа, ходишь с фонариком, надо менять батарейки, типа а-ля Outlast. Или когда закончились батарейки на фонарике, тогда ты ходишь с зажигалкой. Я как-то так, в общем. Мирка Скорицы сделал сценарий, спродюсировал. Фолия, дорогой отец. Дорогой отец, Фолия. Маркус. Маркус. И я люблю тебя. Господи. Как же мило. Но рука такая ничего, спортивная. Интересно, как у него правая рука выглядит, если вы понимаете, о чем я. Все сделано на Unity. Наверное, белый экран посмотрим. Оп. But this email is университета. Came from the university my parents work for. В котором работают мои родители. Да ну на, а мы не поняли. Дата 04.16.2016. Уважаемый мистер Пи, с прискорбием сообщаю, что с вашими родителями произошло несчастье. Пожалуйста, приезжайте в администрацию как можно скорее. Сипочки. Щиро дякую. Опа, зажигалочка наша. Чик-чирик. А свет, кстати, как настоящий. Вот. Ребятки, может быть, немножко будет страшненькая графика, но вообще-то очень здесь красиво. Просто я немножко скинул, чтобы как бы моя печка потянула. Поэтому я немножко скинул настройки. Прекрасная семья. Прекрасная. Просто я уже понимаю, правда, что семья просто прекрасная. Пойдем сюда. Короче, Мирка Скорицы сделал все. И историю, и планирование, и геймдизайн, наверное, эта игра. А нет, вон, видите, скриптор Альфонсо Протто. Слышал, где-то звонил телефон. Кстати, на него глянуть. Тут нема. Hey, Marcus, it's Ryan. Слушай, Маркус, это Райан. Я получил странное письмо по электронке. В нем говорится, что случилось что-то серьезное в университете, где работают твои родители. Я не хочу тебя тревожить, но так как ты смотришь на то, чтобы поехать и посмотреть, что происходит? Райан, собирайся, я еду. Вот так вот, братуха нас какой-то позвонил, или братуха, или дружище. Выйдите из дома. Зеркало красивое, как в реальной жизни происходит. Ну так очень миленько, да, все сделано. Пароход. Мы, кстати, можем, скорее всего, на белом катере тебе не матери поехать на этом пароходе. Давай пойдем дальше. Оп. Все, закончилась первая история наша. Наше похождение. Я думаю, весь основной трешак начнется в этом университете, куда мы едем. Кстати, вот эта вот фишка с дверьми, вроде это в резиденте каком-то было, еще и старое, когда ты переходишь с локации на локацию, то есть там показывается, как ты открываешь дверь. В втором резиденте, в каком, не помню. Не буду этот, пошел. Знатоки, возможно, если попадут на мое видео и услышат, что я сказал такие гадости про обитель зла, начнут как бы так грозно писать пальчиками то, что я не прав.
И это было в другой части обители зла. Ну, в принципе, мне пофиг. В общем, похоже. The streets blocked. Правильно, значит, дороги нет. Тут обвал. Yeah. What are we supposed to do now? А что теперь будем делать? There's gotta be a way around. Просто должен быть. Wait, I have an idea. Подожди, у меня идея. Используем старый вход. Заброшенный, другого выбора у нас нет. Я просто буду немножко менять интонацию, чтобы вы понимали, что это разные персонажи говорят. Да нормально, кстати, вот машинка. Как же она страшненько выглядит, эти мелкие детали на средней графике. В общем, ситуация страшная, ребят, вы видите, смоделировалась. Получается, мы приехали, а там вал, и мы сейчас пойдем через старый код в университете. Открывается калиточка. Это только все серо и уныло. Совсем не ламповая атмосфера, даже не скажешь, типа, нам здесь тепло, нам здесь уютно, это день, нахер. Пидор мутный. Ну, отлично. Загрузились. Какая у меня тяжелая поступь. Чтобы сменить снаряжение, используйте 1, 2, 3, 4. Ага, понятненько. На первый у нас фонарик, на второй у нас зажигалка. Смотрите, он у меня так где-то в руках, а фонарик не держит. Да, так получается. Не проработано. Найдите вход в здание. Используйте шифт, чтобы бежать. Батюшки, это он так бежит? Уже запыхался. Что ж он тут пробежал? Быстро проходил канистру. Что с ним? Ну, канистра как канистра, неплохая такая. Мне нравится. Ну, ладно. Вообще, типа, может, можно слить топливо и пойти продать его. Да, что я немножко задерживаю шифт, и он уже начинает сразу задрасаться, как вот он слабак. А вот это мы так бежим, если что. Вот это мы идем, а вот это мы бежим. Кино как в сраке. Ага. Применил снаряжение. Интересно. Ребят, я в эту игру еще не играл, ну, вообще ни разу, то есть я только запустил ее, посмотрел, что я знаю, и ну, сразу снимать видео, потому что самое лучшее, я считаю, как сказать, впечатление, да, это первое впечатление. Поэтому я хочу передать эти впечатления сразу, как бы, не сковерканно и не наигранно, поэтому пускай что будет, то будет. Я надеюсь, конечно, я не буду кричать и плакать, как девочка. Хотя, мне кажется, к этому моменту уже все видео выключили. Так, есть шланг. Что мне нравится. Я могу его взять? Я вот этого не могу. А хотя мы могли бы на нем повеситься. Так, прыгать мы не можем. Это я уже понял. Что тут интересного у нас есть? А, у меня такие тяжелые шаги. А тут мы можем пролезть? А, да. Используйте S, чтобы ползти. Хорошо. Так, я, наверное, возьму зажигалку. Что тут? Типа отодвинуть, да? Да. Взаимодействие. Чик. Мусорные пакеты. Ну, пока ничего страшного здесь не вижу, конечно же. Это кто сделал? Сейчас подниму себя по кубышке твоей бестолковой настучу. Эти киминоги. Опа. Прежде чем идти наверх, нужно все обладать. Я так считаю. Ага, дружки.
Видите, природа, она все победит. Даже вот ветки без стен. Потому что природа, она сильнее. Оп. А, не пролез. Вы знаете, даже я как бы мерзкий, жирный в реальной жизни, когда приседаю, такие мерзкие звуки не издаю. Ну, как бы, там такое ощущение, что поднимает на плечах 200 килограмм. Блять, что за хуйня, хорошо, что... Блять, я слишком стар для этого дерьма, ребят, если честно, особенно в такую игру в наушниках. Вон есть лом, это уже хорошо. Ну и что дальше? Знаете, когда я слышал такой резкий крик, как бы сердечко-то ёкало. В глазах потемнело, думал, или умер, обосрался. Кто там балуется? Слушай. А ну иди сюда. Сейчас я... Фонарь. Опа! В общем так, ночной дозор, всем выйти из сумрака. Дверь была открыта, кстати, когда я открыл. Так, и вот так, вот у нас есть заряд батареи. В документах, ну что есть, ничего не будет, ничего не будет. Вот, у нас сейчас батарея первая выбрана. Пердит кто-то ходит, я так и не понял. Ладно, вернемся туда. Пум-пум-пум-пум. Только монотонно он шагает. Тяжело, у него, наверное, проблемы с стрельбой или с ногами. Я так подозреваю, что я взял лом, чтобы пойти взломать главный вход. Потому что больше я не знаю, для чего мне лом был нужен. А мухи ко мне слетаются, потому что я говно. Именно поэтому. Вы видели, это была измена. Надо будет потом... Это листья так падают. Такое ощущение, что просто что-то выкинули с окна. Эй, парень, шли со мной, что-то там в машине газ. Застал. Понятно, тут типа не зайдешь, надо залазить по лестнице. Есть такое дело. А тут что? Батареечка. Батюшки, какая радость. Батареечка. Нет, ну это все хорошо, а куда дальше? Может сюда? Нет, не сюда. Может быть сюда? Нет, не сюда. Ладно, тогда получается мы поднимались по этой лестнице ради того, чтобы забрать батареечку. Почему бы и нет? Идем туда направо. Тихо-тихо, не уставай так быстренько. Почему тут можем зацепиться как-то там, подняться? А вот эти. Невнимательные. Нажимай.
типа не ожидал. Что так? А ты думал, ты нажмешь на кнопку, блядь, и прилетит волшебник на голубом вертолете, блядь, и бесплатно покажет кино. То есть ты не ожидал, что он сейчас может резко подняться, блядь, или опуститься. С какой скоростью он поднимал, что ты аж упал. Дружище, мне кажется, тебе тяжело будет по ходу прохождения игры, если ты сейчас на таких моментах, как бы уже какой-то гамна себе ведешь, что дальше, наверное, будет все-таки какой-то тяжелее. Окно открывается. Окно открывается, пиздец начинается. Что так можно было встретить? Такое, знаете, это как не университет, а какой-то, какая-то психбольница, что ли. Университет это вообще не похоже, даже на заброшенный. Кстати, обратили внимание во всех американских фильмах или там играх, когда показывают какие-нибудь заброшенные дома, то есть там, да, там приходит, этот дом был заброшен 40 лет назад, заходит туда, там, блядь, все на месте стоит, то есть мебель, посуда, все есть, я не знаю, можно просто там жить. У нас зайди в какое-то здание, которое было заброшено, ну, в странах СНГ, я имею в виду, заброшено там пару лет назад, то есть там, блядь, по кирпичу его просто разбирают. Включим свет. Чик. Он у нас включился. Откроем эту дверь. А, видите, мы с помощью лома можем, короче, открывать двери всякие, взламывать. Почему бы и нет? Фонарик начинает мерехтеть. Это означает, что наша батарейка заканчивается и видео наше тоже заканчивается. Всем спасибо, ребята, с вами был Росси, это был канал Роли Гейм Онлайн. Вот такое вот видео прохождение небольшое по новой игре хоррору Оля, дорогой отец. Спасибо, что вы с нами. До скорых встреч и пока.